Вова, тебе нравится? Скоро шоу будет. Let's go!
И дельфины способны нырять на высоту до 5 метров. Но мы решили пойти другим путем и удивить вас еще больше. Предложим нашим дельфинам вот такие вот огромные мечи в воде. И посмотрим, смогут ли они пронести на кончике носа. Вот только если во время полета Тики и Милка услышат вашу бурную поддержку! Предлагаю вам послушать. Их пение завораживает. Глаза. Каспер и Флиппер. Сделают они это. Браво, дельфина! Именно тогда и сердца бьются в лицо, и души объединяются в одно целое, и дельфины возносят человека высоко в небо. Ведь человек всегда мечтал летать как птица, высоко-высоко, и хотя бы на мгновение ощутить чувство полета. Прямо сейчас, на ваших глазах мечта станет реальностью. Нужно только поверить в мечту, поверить в то, что невозможно всегда возможно!